Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цены на струбцину S-образную Крофт 50 мм 202-131. Третья рука для домашнего мастера. Тип струбцины S-образная. Материал рамы – сталь. Назначение струбцины – столярная. Ширина – 50 мм. Вес брута – 120 грамм. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» и посещаем интернет-магазин «Все инструменты». Цены актуальны на 2 мая 2019 года. Стоимость 136 рублей. Такой вот струбцины. Теперь переходим в интернет-магазин 220 вольт. Здесь цена 99 рублей. И посещаем «Джуст». Также онлайн-магазин 85 рублей. И переходим в 123.ru. Также интернет-магазин, стоимость 95 рублей. И обратите внимание, вот здесь есть такие закладочки. Скидки в России, скидки в Украине, скидки в Беларуси, скидки в Казахстане. То есть, если вы хотите сэкономить еще на покупке инструмента, вот нужно вам посетить эти закладочки. Но для тех жителей, там где в регионах, в которых вы проживаете. То есть, если Украина, значит в Украине, Беларусь, значит в Беларуси. Для россиян вот скидки в России и Казахстан в Казахстане. Так что проверьте это, посмотрите, может быть вам это и понравится. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.